Доброе утро! Осень тоже хорошая пора для путешествий. Местные достопримечательности, которых в Карачаево-Черкесии очень много, стоит посетить. Дукинские озера – один из любимых маршрутов туристов. А вот почему, расскажет Али Баташев. Специальной подготовки не требуется. До точки назначения всего 5,5 километров, говорит надпись на указателе. Долина Малой Дуки, где расположены озера, очень живописна в любое время года. Само слово «дука» переводится как «хребет». Дукинское урочище расположено на территории Архызского комплексного заказника. Первозданная природа манит туристов из всех уголков страны. Семья Насыровых приехали сюда из Астрахани. Ставим палатки, отдыхаем дикарями. Выходим на трек-походы дневные, готовим детей, проходит крещение огнем, все получается. Мне больше понравилось, что вчера мы ходили еще на рыбку в озеро. Так хорошо было все. Активный семейный отдых – это заряд бодрости и незабываемых впечатлений. И зимой, и летом, утверждает мама. Зима по-своему прекрасна, лето по-своему. Летом больше пеших. Вот мы любим пешие маршруты именно проходить. Зимой, да, здесь сказка. Действительно сказка. Зимняя сказка. Желаю всем вот посетить здесь, горы побывать. Да. В любое время. По дороге можно сделать привал, напиться прохладной и чистой воды из горной речки и дальше в путь. Хорошо, если рядом будет тот, кто знает, куда идти. Перед нами гора «Сказка Архыза». У подножия этой горы находится озеро «Сказка». И с этого озера идет каскад водопада. По правую сторону идет перевал. И за перевалом уже находятся основные Аркасарские озера. То есть Нижняя Аркасара и Верхняя Аркасара. После перевала открывается величественная панорама гор, у подножия которых лежит снег. Самое малое озеро, которое встречается на пути, это Рыбка. Его форма напоминает силуэт рыбы. С июля по август здесь собираются десятки туристов. Следующее по набору высоты и первое привлечение среди озер – Аркасарская, расположена на уровне 2500 метров, имеет овальную форму. Его полностью окружают горы, потому здесь тихо и безветренно. Чуть меньше по размерам озеро «Сказка Кавказа». Вода во всех водоемах поражает своей чистотой и прозрачностью. За последние 15 лет Валентина Устименко из Волгоградской области приезжает сюда каждый год. Каждый раз приезжаю, наслаждаюсь красотой, набираюсь энергии, хватает на год. А следующее лето опять я здесь. Июль и август – идеальное время для похода к Дукинским озерам. Продолжительность похода, подъем и спуск – могут занять весь день, но впечатления от увиденного останутся на всю жизнь, говорят туристы. Али Баташев, Ольга Савенко, Биха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Далее прогноз погоды, а в 9:30 смотрите Вести на ногайском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем в горах небольшой. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах до плюс 5, а днем 13-18 выше нуля, местами до плюс 11. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 15-17 градусов тепла.